С территории лесопарка площадью в 5 гектаров было вынесено 20 мешков с мусором, заполнив синие и серые контейнеры. Так проходила новая экологическая акция «Мангал-марафон», цель которой — донести отдыхающим, что сохранять природу в чистоте – это важно и совсем не сложно. Мы с серыми синими мешками сегодня посетили лес, увидели там людей, которые разводят костеры и пытаются, значит, пожарить мясо. Мы действительно разъяснили, во-первых, технику безопасности, во-вторых, что сбор мусора нужно осуществлять в синие и серые мешки, соответственно, разделяя. Альбина и Настя – неразлучные подружки. Вместе с родителями они часто прогуливаются по лесопарку и постоянно видят много мусора. Несмотря на то, что им по 10 лет, экологическая ситуация в березовой роще их очень беспокоит. Девочки предложили несколько идей для того, чтобы одно из их любимых мест стало чистым. Брать с собой пакетики, ставить контейнеры. Ну, я считаю, то, что давать штрафы или тоже ставить мусорки, контейнеры побольше, чтобы как бы люди все это видели, напоминать людям об этом, как бы чтобы не кидали на пол все, ну не на пол, на землю. Устами младенца глаголит истина, и лучше всех об этом знает воспитатель детского сада Ксения Корчагина. Она часто проходит мимо лесопарка на работу и тоже замечает непорядок. Конечно, нужно с этим бороться, и я думаю, если сотрудничать, ну, то есть вместе с организациями, которые способствуют, проводить постоянные беседы с взрослыми, да, также они будут подавать пример своим деткам, и вместе можно найти решение этой проблемы. Участники акции проделали большую работу по уборке лесопарка, однако мусора еще очень много. К сожалению, убирают и приходят убираться не те, кто мусорит, а те, кто любит чистоту. Одни мусорят, а другие одни и те же убирают. Акция «Мангал-марафон» будет проходить ежегодно по всей Московской области. Она призвана улучшить экологическое положение в регионе. Однако важно помнить каждому: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ.